Города растут и развиваются, следуя основным канонам архитектуры – польза, прочность, красота. Единство этих начал определяет архитектурный объект как некую живую систему, каждая деталь которой влияет на восприятие остальных. Современные города – сочетание классических русских архитектурных традиций и последних строительных технологий. Архитекторы наших дней создают новые городские пространства, одновременно удобные для жизни и гармонично вписанные в историческую застройку. Такая архитектура предполагает сочетание максимальной комфортности, эстетической красоты и функциональности для каждого. В начале деятельности персональной творческой мастерской, а это четверть века тому назад, основным инструментом проектировщиков были карандаш и кульман. Без этого, на первый взгляд, несложного устройства все замыслы архитекторов и инженеров не легли бы на чертеж, а значит, не нашли бы логического завершения в виде великолепных сооружений, которыми мы восхищаемся сейчас. Но даже с помощью этого простого оборудования профессионалы мастерской создали уникальные проекты Центрального офиса Сбербанка России в Пензе, жилых комплексов в Подмосковье и еще десятки других. Время шло. В штат принимали все больше талантливых молодых специалистов. Совершенствовались технологии проектирования. Сегодня мастерской, в которой трудится большое количество архитекторов, дизайнеров и инженеров, под силу проекта любой сложности – от интерьеров квартир до градостроительных разработок. Мастерская Александра Бреусова – это специалисты широкого профиля, способные выполнять архитектурные и дизайнерские проекты, а также проектирование полного комплекса инженерных разделов. Градостроительство, проектирование жилых и общественных зданий, дизайн интерьеров и ландшафтный дизайн – неполный список задач, которые под силу специалистам компании. Мы рассматриваем архитектуру с разных позиций – от работы с пространством до архитектурных сооружений. Такой подход позволяет нам создавать архитектурно-пространственные композиции градостроительных комплексов и эксклюзивные объекты с художественным подходом. Творческая мастерская запроектировала микрорайоны, общественно-жилые и торговые комплексы в Московской области, жилой квартал в инновационном центре Сколково, создала рабочие проекты нескольких гостиниц в исторической части Санкт-Петербурга и в Ханты-Мансийске, торговые представительства России в Пекине и Амстердаме, а также здание Сбербанка России в Саратове и торговый центр «Пассаж» в Пензе. Мастерская выполняет все виды проектирования жилых, общественных, спортивных и торгово-развлекательных сооружений. Мы работаем над ландшафтным дизайном и дизайном интерьеров практически любых видов общественных или жилых помещений. Жилые комплексы, которые были запроектированы и построены под авторским надзором персональной творческой мастерской, сертифицированы европейской системой LEED. А это значит, что такие объекты соответствуют всем современным стандартам безопасности, энергопотребления и экологических норм. Первоначально мастерская занималась небольшими жилыми общественными зданиями. Сейчас мы берем на себя ответственность разрабатывать архитектурные решения для самых серьезных проектов. От замыслов до их реализации и сдачи в эксплуатацию. Одним из таких серьезных проектов стала площадь искусств, объединившая сразу два крупных культурных объекта. Новое здание Пензенской областной филармонии с большим концертным залом и музыкальной гостиной с органом, а также здание киноконцертного зала. Дизайнерское оформление большого филармонического и органного залов, а также разработанный архитекторами мастерской фасад органа – образцы высокого архитектурного стиля. Фасад органа также разработан архитекторами мастерской, а изготовлен в Германии с применением старинных технологий органных мастеров. Подобных по сложности и красоте проектов в мире – единицы. Каждый год к
коллектив мастерской выходит на новый качественный уровень проектирования. Нам доступны градостроительные разработки полного комплекса проектных работ зданий жилого и общественного значения. Немалая часть уже возведенных проектов мастерской преобразила облик родной Пензы. Например, великолепное здание Пензенского областного драматического театра. Похвастаться культурными объектами такого масштаба и красоты может не каждый крупный город. Фасад театра гармонично вписан в окружающую историческую застройку, а роскошный дизайн внутренних помещений настраивает зрителя на встречу с искусством. Недаром этот проект был отмечен золотыми медалями и дипломами Российской академии художеств. За высокое профессиональное мастерство сотрудники персональной творческой мастерской не раз удостаивались самых высоких наград регионального и федерального значения. Каждому объекту мы подходим творчески. Нам важно создать целостную композицию и проектируемое здание. Для этого необходимо добиться сочетания функциональности и выразительности архитектурного образа. Посещая объекты, возведенные по проектам мастерской, помимо поставленных целей, будь то посещение концерта, визит в банк или шопинг, горожане наслаждаются гармонией пространства. Каждая работа мастерской – это вызов времени и собственным возможностям. В этом году нашей организации исполнилось 25 лет со дня создания. За период работы нами создано огромное количество проектов. От простых одноэтажных жилых домов до сложных жилых комплексов в 30 этажей и более. Наша работа должна быть эталоном в проектном деле не только в нашей стране, но и во всем мире. Строители, проектировщики и архитекторы наполняют городское пространство и изменяют жизнь всего общества. И, может быть, спустя много лет объекты мастерской Александра Бреусова назовут образцами архитектуры 21 века.